Итак, в предыдущих видео мы рассмотрели несколько примеров употребления конструкции let, let's. Let's try. Давай попробуем. Let him try. Пусть он попробует. Подытожим. Глагол let является неправильным глаголом. To let, let, let. И переводится на русский как позволять, разрешать кому-либо что-либо, давать возможность, допускать, пропускать кого-либо, пусть, пускай и так далее. Кстати, как сказать «и так далее» на английском? Ответы пишите в комментариях. Отличного вам дня! Пока-пока!